Ай-яй-яй, Манухов тут борется, падает. Штагбаум поставил. И выход один на один. Манухов все-таки проспал эту передачу. И 3-2! Сочинцы одерживают первую победу в регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги. А это, между прочим, молодые ребята, которые подъехали из Санкт-Петербурга. Кирилл Питьков, автор победной шайбы в этом матче, который позволяет сочинцам набрать 2 очка и уйти с последнего места в западной конференции.